В Жамбулской области за полгода произошло более 700 ДТП. В результате погибло 128 человек. Более 1000 получили различные телесные повреждения. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с начала года на территории области сотрудниками полиции выявлено 396 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Они привлечены к ответственности в виде административного ареста на 15 суток и лишения права управления транспортным средством на 7 лет. 112 правонарушителей лишены права управления транспортным средством за выезд на полосу встречного движения сроком на 6 месяцев. 16 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. С начала июля 16 человек привлечены к ответственности. На данный момент ведется установка аппаратно-программного комплекса на дорогах республиканского значения. Также при поддержке акимата Жамбылской области была установлена система «Сергек». С начала года зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей, зарегистрированных в других странах, из них 13 с тяжелыми последствиями. Для снижения количества аварий с участием транспортных средств правосторонним управлением зарегистрированных в странах Евразийского экономического союза сотрудниками полиции проводится проверка законности нахождения указанных транспортных средств на территории Республики Казахстан. К примеру, популярные в последнее время автомобили «Альфард» являются праворульными, однако многие граждане самостоятельно переносят руль на левую сторону. Это очень опасно, поэтому мы тщательно все проверяем. На данный момент выявлено 30 таких фактов. На 560-м километре автомобильной дороги Западная Европа, Западный Китай и на первом километре автомобильной дороги местного значения Тарас-Сарикимир-Туймикент-Акшулак с этого года введен в эксплуатацию аппаратно-программный комплекс «Автоураган». Благодаря этому на указанных территориях не зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия. Тогда как в прошлом году здесь произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 15 получили ранения. Ильдар Гизатуллин, Азат Байтимир, Жамбыл Ньюс.